Апрель в муниципалитете объявлен месяцем чистоты и благоустройства. В преддверии летнего сезона все парки приводятся в порядок. Чтобы проверить ход работы и оценить состояние инфраструктуры, центральный парк посетил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Это колесо новое. Старое убрали, это новое. Здесь кабинки открывать, закрывать, есть со стеклом, есть эти иллюминации на них, все остальное. Ну, как бы вот меньше 20 лет многим аттракционам. Сейчас вот эти пластики были раньше металла. Аттракционы, дорожки и тротуары, детские, игровые и спортивные площадки. От внимания главы муниципалитета не ускользнула ни одна деталь. Были даны поручения привести в нормативное состояние всю парковую инфраструктуру. И уже сейчас коммунальщики активными темпами убирают и моют, ремонтируют и обновляют. Есть пожелание изменить некие цветовые гаммы скамеек, поменять урны. Есть пожелание изменить некие цветовые гаммы скамеек, поменять урны, смотреть, как жить без забора у некоторых номинантов в тихой зоне, навести порядок в отдельных уголках и хоздвор. Напомним, что летний сезон в парках муниципалитета стартует 1 мая.